Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Умерла сестра министра обороны России Сергея Шойгу, депутат Госдумы от «Единой России» Лариса Шойгу. Об этом сообщил руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов в своем Facebook-аккаунте. Светлая память Ларисы Кужугетовне, силы и мужество родным и близким пережить эту трагическую утрату, написал он. По данным портала «Рустим», Лариса Шойгу родилась 25 января 1953 года в городе Чадан, Республика Тува. В 1957 году семья переехала в город Кызыл, где в 1970 году Лариса окончила среднюю школу номер один. В 1977 году стала выпускницей Сибирского государственного медицинского университета по специальности «Лечебное дело». С 1976 по 1998 год работала в Республиканской психиатрической больнице Тувы в Кызыле врачом-психиатром, заведующей отделением, заместителем главного врача. Более 10 лет была председателем судебно-психиатрической экспертной комиссии. С 1998 года Лариса Кожугетовна была назначена первым заместителем министра здравоохранения, лекарственного и технического обеспечения Республики Тыва. В конце 1998 года вместе с семьей переехала в Москву. В 1999 году была заместителем главного врача поликлиники номер 72 города Москва. С 1999 года по 2007 год работала в Центральной поликлинике МЧС России врачом-рефлексологом отделения медицинской реабилитации. С 2000 года заместитель начальника поликлиники по страховой медицине. Шойгу Лариса Кожугетовна является врачом высшей категории, имеет почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» и отмечена нагрудным знаком МЧС России за заслуги. В 2005 году вступила во Всероссийскую политическую партию «Единая Россия», в настоящее время член Генерального совета партии. В 2007 году на общественных началах от партии возглавляла ревизионную комиссию КФ «Порбажин». Незадолго до парламентских выборов Лариса сменила фамилию мужа Фламенбаум на свою девичью. В декабре 2007 года была избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 5-го созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». Являлась членом фракции «Единая Россия», членом Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Лариса Кожугетовна 4 декабря 2011 года избрана депутатом Государственной Думы Российской Федерации 6-го созыва, стала заместителем председателя Думского комитета по регламенту и организации работы Государственной Думы. В 2013 году была награждена Органом Дружбы. На выборах 18 сентября 2016 года Шойгу Лариса Кожугетовна была избрана депутатом Государственной Думы 7-го созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». Региональная группа номер 5, Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край. Член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета ГД по регламенту и организации работы Государственной Думы. Дата начала полномочий – 18 сентября 2016 года. В ноябре 2019 года Лариса Кожугетовна побывала в редакции 19.Рус.Инфо. Коллектив еще долго и с теплотой вспоминал эту удивительную женщину с необычной внешностью, интеллигентную, умную и без апломба. Сейчас уже нет в живых Игоря Саськова, который брал это интервью, а сегодня вот не стало Ларисы Шойгу.